Этот человек мало того, что хорошо видит, во-вторых, очень громко говорит, его знают все. Прямо сейчас, друзья мои, у нас комментатор, ведущий и, пожалуй, наверное, человек, который сегодня приехал без ружья, что меня дико радует на самом деле. А главное, что я еще иногда футбольный обозреватель. Да, это тоже немаловажно. Дмитрий Губерниев, друзья мои, главный сюрприз и подарок сегодня. Ну, с левого фланга сразу опасно, надо бить! Гаглоева сбивает штрафной. Нет, судья молчит. Нет, нарушения правил молчит. Не было, коллеги. Не было нарушения правил. Но заметьте сразу, да, как только футбольный обозреватель, сразу игра на встречных курсах и почти добились успеха. Поэтому КамАЗу быть и не только великому заводу, не только КамАЗ-мастер, но еще и футбольной команде, которая, я знаю, стремится и для того, чтобы попасть повыше, в любом случае... То, что происходит сейчас в набережных Челнах, это касается не только мотоспорта, это касается еще и футбольных историй. Команда, которая достойно играла недавно с Спартаком, команда, которая была и в высшей лиге чемпионата России, и тот подход, который есть у местных властей, вот я уже успел познакомиться, он очень мне нравится.